Ассаламу алейкум, урметлі ватандашлар! Қырымда яшаған әрбір қалқының мединиеті ве тарихы ғайт мерақылыдыр. Демек, бүгін бізім яйнымыз кені де сіздіге Қырымда яшаған бір қалқының мединиеті ақында тариф етеджек. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Крымская семья». Сегодня мы вам расскажем о евреях, одном из самых древних народов мира, о шабате, хале и многом другом в нашем выпуске. Национальное государство еврейского народа – Израиль. По данным переписи 2010 года в России проживает 150 тысяч евреев. Традиционная религия народа – иудаизм. Исторические понятия «евреи» и «иудей» тесно переплетены и в ряде языков неразличимы. В Израиле государственным языком является иврит. Традиционные языки еврейского народа – иврит и идиш. Так, давайте знакомиться с участниками нашей сегодняшней программы. Здравствуйте, Людмила Владимировна. Шаббат шалом. Шалом. Давайте знакомиться, кто сегодня вместе с нами за столом. Это мой сын Виктор Иосифович Пресман, староста синагоги Нертамид Николай Иванович Маргунов и все те, кто сегодня встречает шаббат. Да, действительно, сегодня суббота, значит, священный день для евреев всего мира, значит, шаббат. Расскажите нам подробнее об этом. Это самый главный праздник у евреев. Один из самых главных, подчеркиваю. Он приходит каждый раз, каждую неделю к нам в гости, когда зажигаются свечи, когда приходят все верующие в синагогу, где молятся, произносят самые главные молитвы шаббата. Женщины зажигают свечи, мужчины делают кидуш, произносят молитву на вино, халу, преломляют хлеба. И потом, после этого, приходят домой. Шаббат – это еще из глубокой-глубокой древности. В каждой общине существуют как бы свои законы, свои песнопения. Кстати, народных песен у евреев нет. Это молитвы. Молитвы прославления субботы, что мы свободны, мы не работаем, мы посвящаем этот день Богу. Бог создал землю все за 7 дней. В 7-й день Он создал человека и отдыхал. Вот отдых, вот как там в молитве говорится, Бог создал человека и отдыхал. Работать было нельзя. С заходом в пятницу, с появлением первой звездочки и до субботы с появлением первой звездочки считается суббота, шаббат. В пятницу мы встречаем субботу, а в субботу мы вот с заходом зажигаем свечи и провожаем субботу. И поем псалмы Давида. Это были псалмы, посвященные субботе. Традиционно этот день проводят со своей семьей. То есть это день умиротворения. Обязательно. Хотя в синагоге по традиции женщины находятся отдельно, мужчины находятся отдельно. Или женщины за ширмой, или в другом зале. Вот синагога Нортомит, там был, когда ее построили, второй этаж только для женщин. А на первом этаже мужское все сидели, а женщины были как бы отдельно. Но после этого, когда расходят, все семьей собираются и празднуют субботу.
Людмила Владимировна, как вы уже сказали, много традиций, да, встречи шаббата, празднования. Мы знаем, что одним из традиционных, опять же, является хлеб хала, да, который пекут в еврейских семьях на праздники и на шаббат в том числе. Он сегодня тоже присутствует на нашем столе и покрыт, опять же, традиционным покрывалом. Да, расскажите нам подробнее. Мне хочется сказать, первое, это то, что вот тут даже нарисовано, тут и переводить не надо. Даже не знаешь, не зная, сразу поймешь, что это специально для халы сделано. Самое главное, в каждом есть символ свой. Хала должна быть плетеная. Когда она... Можно испечь и не плетеную, но она уже не символизирует то, что она должна символизировать. Плетенка – это символизирует любовь. Каждая косичка, она имеет определенную тоже свое значение. Одна косичка обозначает с правой стороны, она обозначает истину. Следующая косичка, она обозначает мир, а самая последняя – правосудие. Угу. Вот. Посыпается она кунжутом и маком. Это символизирует манну небесную. Это когда евреи шли 40 лет по пустыне, у них ничего не было, и Господь Бог им послал манну. Вот и это. Кстати, хала тоже это же символизирует, манну небесную. Она не режется ножом. Ее, ну, мы, если мы берем нож и что-то режем, это же работа. А так она только преломляется. Преломление халы — это жертвоприношение. Мы приносим жертву Богу. Что касается пищи и кухни еврейского народа, мы знаем, у нее есть определенные ограничения, которые описаны в книге Левит. Расскажите нам об этом подробнее, пожалуйста. Ну, я дословно, как говорится, не могу сказать, но могу сказать одно, что у евреев есть запрет, кошерная пища, как говорят. То есть пища, которая разрешенная к еде. Нельзя кушать свинину. Почему? Свинина не жвачное животное, и у нее неразделенное копыто. Можно кушать животных, у которых разделенное копыто, и жвачных. Из рыб нельзя пользоваться рыбой, у которой нет чешуи и нет плавников. Этой рыбой пользоваться нельзя. Как часто дома у вас готовятся национальные еврейские блюда? Я хорошо помню, как бабушка сама дома пекла мацу. Катала, пекла. Мацу положено печь 18 минут. От начала замеса там мука и вода. Больше ничего нет. Ни соли, ничего. Это по традиции, когда евреи выходили из Египта, они успели захватить с собой только муку. Больше ничего. Воду они брали и пекли вот эту мацу. На камнях пекли. 18 минут, иначе она начинает бродить, тесто. А уже брожённое тесто уже не годится. Еще в еврейской кухне обязательно форшмак. Обязательно. На столе должна быть фиш, то есть рыба фаршированная, и форшмак. Это одно из самых традиционных блюд евреев. Расскажите нам подробнее о форшмаке. Форшмак, ну, берется селедка. Но я не готовил. Меня теща хорошо, мать хорошо не готовили. Перемалывается. Ну, добавляется туда яичко там. Что такое? Лук. Ну, лук обязательно. Как это без лука? Вы что? Лук, чесночок обязательно. Что это, говорит, за еврей без чеснока и борща? Борщ-то не еврейское блюдо, а украинское, будем так говорить. Но евреи все готовят борщ. Это у них традиционно. Да, потому что ашкенадские. Мы знаем, что сегодня вы приготовите для нас шакшуку. Расскажите об этом подробнее. Шакшука, она, да ее каждый делает.
Вот. Но каждый делает по-своему. Каждый вносит свои ингредиенты. А я вот так попробую, а я вот так попробую. Но классическое, вот то, что сегодня мы приготовили все вместе. Государство Израиль, оно не многонациональное, но оно очень многоликое. И как таковой еврейской кухни национальной не существует. Каждый приезжающий что-то с собой привозит. Если европейские приезжают туда из Европы, то это обязательно будет фаршированная рыба. Если это приезжают восточные, то это уже что-то острое. Это марокканская кухня и все. Вот сегодня я приготовила шакшуку. Это привезено из Марокко. Вначале мы обжариваем чеснок. И вынимаем его. Ну, понятно, для чего его вынимать. А сам бульон потом получается ароматным и вкусным. Затем лук. Потом мелко режем помидоры. После помидор болгарский перец. Как красный, так и зеленый. Это цвет дает аромат. А потом искусство. Нужно сделать так, чтобы яйца, желток остался целым. Помидоры, лук, чеснок вначале. Вот сейчас мы чеснок положим и посыпем приправы. Приправу мы берем. Привезенную из Франции. Это традиционная еврейская яичница. Вот. Привезенная из Марокко. Если там вы увидите чебуреки, еще и какие. Вот. Плов. Все идет. Вот. Каждый приезжающий что-то привозит свое. Как музыку, но без музыки кухни просто не может быть. Вначале кухня, потом музыка. Наша шакшука готова. Ставим ее во главе стола в центре. Спасибо, Людмила Владимировна, что поделились с телезрителями этим замечательным рецептом. Расскажите нам о жизни еврейского народа сегодня в Крыму. Есть ли общество? Расскажите нам о них. Да. Жизнь идет, несмотря на то, что вот у нас сейчас такие времена, скажем так, не самые веселые, тем не менее. Сейчас синагога закрыта на карантин. Мы ее закрыли, потому что все люди 65+. Но мы каждый месяц выходит газета «Шолом», в которой публикуются то, что происходит за рубежом, все, что происходит в нашем Крыму, в нашей России. У нас большие связи с другими областями и республиками нашей многонациональной необъятной России. Здесь мы печатаем статьи о той жизни, о то, что происходило в Крыму до революции. У нас тесное сотрудничество с нашим государственным архивом. И все это под руководством и во главе нашего председателя Анатолия Исааковича Гендина, которому вообще большое спасибо. Вот. Он и как человек, и как руководитель, мы все очень рады всегда встрече с ним. И не только встречи, мы и звоним, перезваниваемся.
То есть работа у нас идет. Мы проводим дни еврейской культуры. У нас есть свой всероссийский молодежный еврейский конгресс. Вот. Руководителем является Таисия. Тоже встречаются, но сейчас вот пока вот нужно переждать. Нужно обязательно вот это переждать. Ну и самое долгожданное для нас событие, это, конечно, будет реставрация нашей синагоги. Вот. Синагога расположена на Сергеева-Ценского, 61. Я когда смотрю на это здание, вот когда я вхожу, там есть специальная такая как бы арка, и вот там на фронтоне этого здания свеча, и от нее исходит. Она меняется. Когда к нам приходят гости, вот честно, она улыбается, она довольна, она рада этому. Центром еврейской жизни у нас еще является Хесед Шимон. Это как бы благотворительное общество, но там есть кружки для пожилых. Вот люди моего возраста, чуть моложе, чуть старше есть, ходят, занимаемся. Я до сих пор в танцевальный коллектив хожу, занимаюсь. Замечательно. Хотя нам, честно сказать, уже там не разрешают собираться в Хеседе, в клубе. И вы сами понимаете, как. Так мы ходим в парк Гагарина и на старой танцплощадке занимаемся. На свежем воздухе. На свежем воздухе, каждый понедельник утром. Но я хочу очень сказать большую благодарность не только Гендину, это вообще человек, как говорится, от Бога, данный еврейскому народу, но и Хесед Шимону. Это место, где мы собираемся, где мы можем встретиться, побеседовать, особенно, как мы его называем, детский сад, а это группа продленного дня для пожилых. Именно собираемся, нам рассказывают о выдающихся евреях. Николай Иванович, талис, ярмолка, либо кипа, да, это одно и то же, неотъемлемые атрибуты, да, мужской еврейской одежды, сегодня представлены и на вас. Расскажите нам об этом подробнее, пожалуйста. Ну, это традиционное еврейское, вот, даже в молитвах. Это талис, да. Да, говорят, ткни материю и вплети в нее голубую нить. Обязательно. Это, не знаю почему, до сих пор я не знаю почему, но в еврейском в мотивах голубая нить обязательно. Вот. И это одевается оно, и на голову одевается этот талис, и одеваются кожаные эти ремешки специальные на голову и на левую руку. Вот. Это когда молитвы, это одевают во время молитвы. Это святыня каждого мужчины. Каждый мужчина, он должен иметь талис. Людмила Владимировна, на столе у нас представлены неотъемлемые атрибуты еврейской культуры. Расскажите нам подробнее. Ну, вот подсвечники. Их должно быть два, потому как женщина на шаббат, и не только на шаббат, зажигает две свечи. Одна свеча особенная, к сожалению, нету, ее на Абдалу зажигают. Она состоит из переплетения тоже косичек. Теперь вот что мне очень хотелось бы вам показать. Это подарок. Я его привезла из Израиля. Это старинная старинная миска, которая существует в каждом еврейском доме специально для омовения рук. И ее мне подарила в Израиле, в городе Ашдоде, бывший член нашей общины Майя Рощина. Вот.
Следующее, то, что представлено, это вот маца. Эта маца, она ручной работы, она очень дорого стоит, дорогостоящая такая. И помимо всего прочего, что она ручной работы и дорогостоящая, она еще и кошерная. То есть нужное количество минут. Допустим, уже говорил наш староста, рассказывал о том, как она должна печься. Эта маца тоже кошерная. Вот здесь на картинке показана она. Она другой выпечки. Она выпекается на машине. То есть это машинная выпечки. И самое главное, яблоко. Что оно обозначает? Мудрость. Вот. И когда Ева была, она совершила грех. Вот. Но, тем не менее. Вот. Еще Тора. На каждую неделю приходится отдельная глава Торы. И именно в субботу вечером перед отходом уже читается отсюда главы и, естественно, ее трактование. Ну вот, вот да, и талис. Это слова из Торы. «И вплети в нее голубые нити». То есть по количеству законов. Сколько законов. И чтобы он, этот человек, мужчина, одевающий талис, он четко придерживался законов. Угу. Людмила Владимировна, один из почитаемых и любимых праздников еврейского народа – Пурим. Расскажите нам о нем. Каждая община проводит свой конкурс красоты. Все девочки выходят на подиум и выбирают, кто же будет Эстер. Эстер является спасительницей еврейского народа в Древней Персии. Когда должны были всех евреев истребить, она пришла к царю и сказала ему, и этим самым она спасла еврейский народ. Что еще характерно для праздника Пурим? Это то, что он мистический. Виктор, как сказали представители старшего поколения, да, действительно, еврейская община Крыма очень дружна, встречается на различных мероприятиях, представители различных городов и поколений. Да, вот, по вашему мнению, насколько важно передавать культуру, традиции из поколения в поколение и молодым чтить все это? На самом деле это важно, потому что не зная своего прошлого, что тебе до настоящего, зачем тебе будущее. Абсолютно верно. Потому что, как показывает на сегодняшний день, знать историю – это довольно-таки очень важно, потому что незнание истории приводит к очень большим, грубейшим ошибкам не только в семье, но и глобально в мире. Поэтому я считаю очень важно. Вы чтите все эти традиции, знаете о шаббате и все тонкости его проведения? Ну, всех тонкостей не знаю, но на шаббате я в синагоге Нертамит неоднократно был. Что бы вы хотели пожелать всем народам Крыма? Сегодня у вас есть такая возможность. Во-первых, здоровье. Это самое главное. Во-вторых, мира, благоденствия. И ходить почаще в гости. К сожалению, сейчас нельзя. Когда ты приходишь к своему соседу в гости, и не только к соседу, и ему радостно, и тебе хорошо. И вот так за столом все вместе можем знакомиться и да. обмениваться нашей культурой. Да. Николай Иванович, что бы вы пожелали семье? Я? Чтоб скорее этот коронавирус исчез. Актуально, да. Итак, ну, я хочу сказать вот, у меня друзья есть.
и среди татар. У меня лучший друг татарин. Чтобы люди жили дружнее. Я вот помню, до войны у нас во дворе жило 12 или 13 национальностей. И уже даже после войны мы садились, ставили стол посреди двора, каждый приносил то, что мог. Стол посреди двора, все вокруг и все дружно. Спасибо большое. Мы желаем вам тоже всего самого наилучшего. Благодарим вас за гостеприимство и будем рады видеть вас снова. Спасибо. Урметле ватандашлар, бызым яйнымыз сонынае гетті, и минмыз осы злеручын пек мерахлы еды. Дорогие телезрители, очередной выпуск «Крымской семьи» подошел к концу. Уверены, что сегодня вы узнали очень многого и интересного о еврейском народе. Не пропускайте наши выпуски, будьте с телеканалом «Миллет».